Итак, привет всем, на связи Димон и Валек. Сегодня мы исследуем лагерь Светлячок на берегу русского водохранилища. Без проблем зашли, Вот, адекватная охрана, так что сейчас прогуляемся, дальше смотрите уже на канале. Поехали. Вот у нас первое здание на нашем пути. Сейчас в него будем как бы входить. Тишина и покой. Вон тут часы у нас какие ржавые вообще все. Длинные чеши. Ух, ё-моё, полы, конечно, тут. Да, полы, конечно, тут, мягко говоря, не очень. Не, ну я танцую, значит, нормально. Так, дальше, наверное, туда не пойду. Тут какая-то лодка, короче. Тут фотки. Вот так, короче. Вот. Так, а что у нас там? Да, полам как бы не очень тут хорошо. Зато в далеких уголках Московской области находимся. Очень нехорошо. Ну да, тут как бы очень печально, я бы сказал. Вот, смотрите, вон, как тут. Я как бы пытаюсь пробиться. А, это вышивка здесь была, он с 10 до 12, с 17 до 18. Ну, не знаю, там надо быть очень легким, чтобы там... Надо быть вальком здесь. Да, надо быть вот вальком. Это, кстати, выжигание. Выжигли все. Все выжигли. Ну и как там, печально? Ну, пиздец, конечно. Ну да, я думаю, я туда, наверное, не пойду. Так все понятно. Я так посмотрю. Если что-то есть. Так, Валек возвращается. Возвращение Валька легендарное. С этих... Ой, задолбали. О, немножко. Блядь! Так, да, хочу. Там еще, кстати, комната есть, но я туда что-то боюсь идти. Ну, это, мне кажется, с той стороны. Ну, да. Это уже шкафами завали. Ну-ка, давай-ка. Можно, конечно, пройти. Дай дорогу худеньким. Я тоже худенький. Бля, ну конечно. Это русская, по-моему. Так, впереди видим водохранилище. По-моему, это русская. Кругом у нас борщевик. Так, ну что здесь, замок? Закрыт? На удивление, замерзайка стоит, масло. Тут, может, наверное, рыбаки, наверное, здесь тусуются, скорее всего. Я что-то читал, здесь, наверное, рыбаки, наверное, тусуются. Поэтому здесь, наверное, обитаемо. Скорее всего. Бля, тут борщевик какой огромный. Здесь закрыт. Вот, значит, патака. Значит, здесь, наверное, обитаемо тусуется. Значок Спартака. Опа. Ага. Нихуя себе. Тут где-то мясные обитают. Не, походу мы туда в этот не попадем. Так, сейчас подошли к воде. Это хранилище. Так, а на моем пути сейчас котельная. Швейка тут хватает.
Ё-моё, сколько тут лодок полно. Какой-то прям завал этими лодками. Да, хрен проберешься туда. Вот сама котельная. Думаю, нет смысла туда залазить даже. Тишина, никого нет. Так у нас тут душевые работают ежедневно. Пойдем в устой. Ой, как тут хорошо, прохладненько. На улице же 32 жары. Здесь прям идеально. Ох. Так, ну что, зайдем теперь женскую. Даже не хочется выходить отсюда. Итак, мы подошли к зданию столовки. Столовка у нас запечатана. Вот так мы залезли в столовку. Надо фонарик доставать. Фонаря тут плохо. Да. Какая-то Журавлёва. Подсвети к мне здесь, Валёк. Без фонаря плохо. Сегодня вообще фонарь где-то не доставал. Так, хоть понятно более-менее. О, кроссовка. Сними. Сейчас. Уже продаем. Ага. Новые вещи. Новые. Стоят на продаже. Да, лови. Итак, мы попали в жилой корпус, преодолели большой большевик, большевик. Заходи редко, если мало, ходи быстро. По лампе здесь, конечно, очень плохо. Построится у корпуса вторая смена, и видишь, что там? Иди, положи. А, сейчас. О, какие. Интересно, это эти писали дети, наверное. Ты вот здесь посмотри, что написано. Сейчас. Дом 2 пересмотрели. Реалити-шоу «Светлячок». Построится у корпуса. Смена 2 июля 2006. Заходи редко, проси мало, уходи быстро. А вот здесь что-то я не пойму. Кают. Сука. Компанция. Пошли. Да, пошли. Там горит, целая.
уже поинтереснее как-то. С батареями еще смотрю. Со шкафами еще. Книжки остались. А здесь уже поинтереснее будет. Закон у нас такие вот заросли. Подушки остались. Какие-то там фотки вижу. Рисунки что ли? А, эти постеры, может, когда-то были. Они все выгорели нахрен. Татушки. Ага. Расмус. Татушки. Кому негде там переночевать, могу кинуть координаты и небольшую плату. Ведь есть все, подушки, матрас, пол. Водохранилище. Окна, водохранилище, да. Кстати, для отдыха самый смак. Все, выходим. Так, вот он. Так смотрится снаружи, это жилой корпус. А мы продвигаемся дальше. Все в зарослях. Хрен сфоткаешь нормально. Ну, кстати, заросли мы тоже не сфоткали. Ну, это да. Кругом он борщевик. Тут борщевик, там борщевик. Да, борщевик от Пупина. Опа. Везде этот борщевик здесь. Так, сейчас думаю, как зайти. Минуя эти заросли борщевиков. А вот здесь была, короче, тропинка такая. Она просто заросла деревьями и злыми растениями. Под названием борщевик. Очень злое растение. Жгучий такой. Ух, сейчас заходим в следующий жилой. Так. О, здесь хорошо как. О, здесь прям вообще от жары 30 градусов хорошо прятаться. Ну, по нам здесь, конечно, плохо. Я включу вам свет. А. Что, не электрик, что ли? Опа, еще включил. Там у него горит. Ой, ой, ой. Так, ну тут походу. А, сыпятно? Ага. Очково. Смотри, вон, тут вообще он провалился. Да. Валёк, посвети-ка сюда, что тут написано. Кирилл, тут, короче, какой-то был. Паша, Артём. Это, наверное, чья палата. Макс, наверное, да. Да, скорее всего, ага. Это чья палата. Мы так раньше тоже писали, когда в лагере были. Так, а здесь когда-то была линейка, как нам показывает в Викимапе. Вот такое вот пространство.
Догоняю. Кругом борщевик, заросли. Вон какой, смотрите. Там он. Итак, сейчас пробрались сквозь борщевик. То здание у нас закрыто. Здесь хорошо от жары прятаться. Так, ну что, заходим. Ой. Похоже, жилые тоже, да? Смотри, говорю, аккуратно. Да я вижу, да, тут. Слушай, может на второй сразу пойдем? Ну, я сейчас пройдусь так чуть-чуть. Ну, давай, я тогда пойду на второй пока. Что-то давай, тут вообще как-то... Так, сейчас на втором этаже, здесь уже поинтересней, но здесь много паутины, очень много. Пружился фонарем все-таки. Здесь как-то уже, да, поинтересней получается. Но дестрой уже заметный. Так, здесь нам туалет. Туалет у нас здесь был, да? Ну, кстати, неплохо сохранился. Но даже люто сохранил. Это вообще, блядь, что-то с чем-то. Угу. О, счастливчик. Это как раньше было, кто хочет стать миллионером. Ага. Вот сначала ты был счастливчик. Да. С... Да, тут всякие вопросы. Кстати, Поле чудес был с листьем, а он счастливчик изначально, я не помню, с кем был. С этим Дебровым, по-моему, да? Да, Дебров, по-моему, начинал. Да. Вот тут всякие вопросы, надо... Да. А тут ответы есть, интересно? Да, в конце, по-моему. А, да, есть, да, он и... Я говорю, мы играли в детстве, да, в эту книжку. Да? Блин, а у меня такой не было. А, вот. Ну, это он и есть, по-моему, да? Да, есть, ой, это он, да. Да, это есть Дебров. Ага. Прикольно. Библиоглобус покупали. Покупалась книжка когда-то. Да, прикольно. Ой, слышит. У тебя там лучше был подъем? Ну, нормально, да. Да, сейчас в твою сторону пойдем. Дойдем. Ну, как-то вот так. Так, ну все, наверное, можно выходить, наверное. Я думаю. Больше тут у нас ничего такого нет. Так. Валюк уже вышел. У тебя фонарик там далеко? Да нет, мы сюда собрали. Так, мы все-таки зайдем. Ну, как сказать? Так, ой. Ой. Не, ну так, конечно, снаружи можно. Не, можно, кстати, меня выдерживает пока. А смысл? Ну смотри, это, ё-моё, как смысл. Только страшно идти дальше, очень страшно. Посвети-ка куда-нибудь на цветочки, что ли. Цветы какие-то. Цветы, цветы. Актовый зал. Мы пропустили с тобой. Ну как, мы зашли с той стороны просто. Ну, да. Да. Еще лампы, сиденья все спокойны. Да. Хоть с матом сказать, но мы не будем.